А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти и подписаться на этот канал. Если вы любитель аниме, то тут вы сможете найти различные топы и также смешные моменты в аниме. Также вы сможете тут найти игру в Minecraft, Skywars и многое другое. Ссылочка в описании. Всех еще раз попрошу зайти и подписаться на этот канал. И всем приятного просмотра. Ребята, я хотел бы вам сказать то, что новая серия Pixelmon выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Когда это будет завтра, сегодня, через пару минут, или даже может через 2 недели, зависит только от вас. Если хотите видеть новую серию Pixelmon как можно скорее, просто поставьте лайк. На предыдущей серии мы набрали нормальное количество лайков, поэтому эта серия вышла, получается так. Но следующая выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Надеюсь на ваше понимание, на вашу поддержку. И всем приятного просмотра. Не забываем поставить лайк. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Агисан. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с мода Пиксельмон. Добро пожаловать в нашу новую серию в мир приключений с покемонами. И сейчас, как я уже заметил, у нас там уже нас выжидает легендарнейший босс, хотел сказать покемон, но не покемон. Легендарнейший босс, потому что это легендарный покемон. И давайте пойдем, я надеюсь, он не успеет пропасть, пока я буду выкидывать вот эти все шмоточки. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Замечательно. Одиш. Ну, в принципе... Ну давайте, ладно, давайте тогда Одиша прокачаем. Какая нафиг разница, и так нам нужно будет всех прокачивать с этой команды. 50 нафиг кусков опыта. Это дохрена. Я уже запарился клацать мышкой, пока у нас тут обновляются уровни нашего покемона, которого мы сейчас только что прокачали. Так, вот сюда давайте Слип, в принципе. Вот сюда давайте Мегадрейн, вот сюда давайте. А тут уже пофиг, если честно, вот эти все изучать... Атаки, спортбол, квикбол, нормально. И эволюция, конечно же. Я надеюсь, что все-таки... А хотя, пока эволюционирует, дайте-ка я быстренько посмотрю, ребят. Потому что, если мы сейчас неправильно прокачаем Одиша, то будет, ну... Не очень круто, если мы потратим 50 кусков опыта на того покемона, который у нас уже есть. Так, вот, все, прокачался. Так, секундочку. А хотя пофиг, ладно. Рискуем, ребята. Рискуем. Если что, я нажму отмену, если еще можно будет. Хрен его знает. Ребята, 39-й... А, все, уже нельзя будет. 39-й уровень Глум. То есть ему остался один уровень, и все, и мы его можем выкладывать в компьютер. И это мы прокачали... Да, угадали. И это мы прокачали только с одного босса Блисси. Охренеть, ребята, смотрите. Белосом. Такая вся няшная такая, с бантиками или чем это. Прикольно. Не будем мы больше тратить опыта на нее. Зачем, если мы можем сейчас просто-напросто прокачать других покемонов. А когда мы пойдем на остров, то мы ее докачаем уже на обычных покемонах, да? Так, 8, да? 8. 7. И эволюция Вайлром. И Вайлмер, какой Вайлром. Ладно, нормально, ребята. Нормально. Тогда мы еще и в этой серии еще парочку покемонов выложим. И, наверное, даже в этой серии мы уже начнем делать то ли машину для Мьюту, то ли компьютеры для эволюции. А, нет, еще нету Солео. А, нет, сейчас. А Вайлмер... Сфил. Так, я что-то попутал, ребята, честно. Вайлмер это первая эволюция. Так. Сфил это у нас есть, как бы это все нормально. Но я попутал первую эволюцию Вайлмера. Так, сейчас, нужно вспомнить, ребята. Сейчас, секундочку, 7. Вот так, пускай 7 будет. Ух, ребята, я извиняюсь, я реально все это попутал. Вайлмер, вот так. То есть Вайлмер это первая эволюция, а Вайлорд это вдруг, это вторая эволюция. Ребята, я все попутал. Я не знаю почему, но я почему-то думал то, что... Я почему-то думал, что Сфил это первая эволюция Вайлмера. Хрен его знает почему, ну ладно, то есть сейчас пойдем словим, если, конечно, найдем его там. Да и в принципе все. Больше, наверное, и покемонов уже не будет, каких нам нужно будет ловить. Сколько? 7, 6,
5, 4. Давайте вот так. 4. Охренеть. Нормальный такой спаун. 3. Ну ладно. 2. И последний. Последний 1. Фури. Давайте, ладно, вот так. Все. 2-1. А, значит, еще. Давайте еще эту Блисси, да и все. В принципе, нам не так нужно, чем больше Блисси убивать, потому что чем быстрее нужно закончить уже наш сезон, ребята. Минус 2000. Вот так. Нужно Вайлмера словить, нужно прокачать Салео. Потому что там он, это как бы уже необычный, да, а Шайни, можно и так сказать. Да, в принципе, сейчас, ребята, мы посмотрим, да, давайте поедим. Ну, днем тут никто толком не спамится, а Вайлмер... Вайлмер, вот где спан. А, вот. Я его, если честно, не вижу. Ага, вижу. Ух, охренеть. И вы хотите, чтобы я туда попал нафиг? Вот так. Ну, будем надеяться, что я попаду. Где он? Ребята, вы его видите? Сейчас. Дайте я быстренько упаду. Вот так. Сейчас. Охренеть, я просто, знаете, так темно, что мне нужно как-то отклониться, чтобы посмотреть, действительно ли это он. Да, спасибо большое тому, кто сказал, что у нас нету Вайлмера, то есть действительно огромное спасибо, потому что я, если честно, не знал. Я вроде думал, ну, простенький такой покемон, но он у нас должен быть, по сути, 100%, но оказалось, что у нас его действительно нету. Вот такие, знаете, ребят, как всегда, вот такие простенькие покемоны, оказывается, что у нас их нету. Это иногда, прикиньте, там у нас сейчас там нету, там, не знаю... Катерпи или там Видла, прикиньте, у нас их нету, а оказывается, что это самые простенькие покемоны, но мы их даже не думали ловить. Замечательно, мы словили Вайлмера. Ну, Курсула, мне кажется, ребята, не спанится. То есть Курсулу нужно будет самому. Курсула. И также Тирога, или как он там называется, вроде тоже нужно будет самому спамить. Это плюс 2 покемона заполненных. Ну, как бы в компьютер, да? Покедекс, точнее. Ну, давайте быстренько еще Анориту тогда прокачаем. Хотя Анориту вряд ли мы прокачаем, потому что у него еще одна эволюция, то есть... Ну, сейчас посмотрим, ребята. А вот этим обычным таким покемоном мы, наверное, действительно будем сейчас просто так прокачивать. То есть, сейчас, ну, тут небольшие уровни. Это у нас там кто? Клифели. Ультимейт босс, ни хрена себе, это было бы круто убить, но... Как всегда, в земле, ребята. Так. И сейчас дайте мы еще вот этого 47 уровня убьем. И пойдем быстренько туда, где спавнится. Где спавнится Рейкваза. Хотя бы проведать, знаете, вдруг. Ух, вряд ли мы уже успеем. Уже эволюция Анорита. Ну ладно, зато минус один покемон и плюс один покемон в наш компьютер. Так, ну что? Давай. Может мы как раз, знаете, в такой идеальный момент, как всегда, ты пехнемся к нашей Райквазе, что она заспавится. Помните, как это у нас было? С кем у нас там было? Селеби, да? Когда Селеби не спавнилась, а мы тпхнулись туда в такой идеальный момент, что сразу две Селеби заспавнилось. Я не представляю, как это вообще было, но как-то нам повезло. Но с Райквазой такое не прокатит. Райкваза нахрен хитрая. Ладно. Вряд ли что-то такое прокатит с Райквазой. Действительно. Ну ладно. Тогда давайте возвращаться на нашу мини-кайф-зону, на наш остров. Что нам еще осталось? Давайте в этой серии прокачаем быстренько Сиджилифа, Белосома и пойдем создавать трейд-машину. Какую нахрен трейд-машину? Для Мью или... Дайте ко мне, я пока что посмотрю PC. Попкорн, прикиньте, попкорн. Ух ты. Мне просто интересно,
Я, наверное, ребята, все-таки в следующей серии подготовлю, потому что вы видите, что тут много ресурсов нужно, а Порygon не заспавнится с одного компьютера, там нужно минимум полстака компьютера создавать, чтобы Порygon заспавнился. Ух, чуть не перекачали. Поэтому мне кажется, ребята, что это хрен получится, нужно, наверное, просто будет к следующей серии подготовиться и действительно потом уже начать делать. Плюс к тому, нам сейчас нужно как можно больше летать, ребята, потому что у нас еще осталось два яйца, как вы знаете. Они трескаются только тогда, когда ты летаешь. А без этого, ребята, мы никак не заполним всех покемонов, потому что у нас еще остался Манчлакс, у нас еще остался Клефа, плюс к тому нам еще будет нужно прокачать и Глебафа, и Клефу, да. С помощью счастья, потом Мунстона. Так. Это сюда. Это сюда. И еще один уровень. Быстренько. Замечательно. Сейчас Сиджилифа быстренько, ребята, мы прокачаем. И в этой серии мы еще плюс 4 покемона выложим. Это много. Это много, ребята. Мы такими темпами, знаете, как-то очень быстренько вот это все делаем. Так. Ну, в смысле, прокачиваем, да? Сиджилифа сейчас мы тоже... Да пофиг тут какие атаки, если честно, уже изучаем. Два уровня... Да! Мы сейчас вернемся домой и выложим целых трех покемонов... Нет, не трех, даже четыре покемона, ребята, мы выложим. Это много, если честно. Так. Ну, не ты, не ты, маленький уровень. Вот, ты давай. Замечательно, 2000 опыта. Ты давай. Так, и... О, все, прокачанный. И еще один уровень, ребята, и мы возвращаемся домой. Еще один уровень, вот так. А у нас еще Блисси остались или нет? Я как-то не... А, ну, вряд ли уже. Так. Все, возвращаемся домой, ребята. Мы это сделали, 4 покемона. Ну, вы смотрите, ребята, у нас и все еще даже не треснуло, а нужно, чтобы оно треснуло, чтобы... Уже наконец-то появился еще один покемон. Так. Ну что, ребята, выкладываем. 4 покемона. Так. Вот сюда. Соле... А у нас так, Солео. У нас он должен быть, по сути, 100%. Дивгонг есть у нас тут. Смотрим, ребята, внимательно. Не пропускаем. Но мне кажется, что я сейчас его пропущу. Валрейн. Вайлорд. Ладно, это сюда. У нас должен быть. Я помню, он у нас был, но просто вот тут, пока ты найдешь того покемона, который тебе нужен, то это с ума можно, наверное, сойти. Сейчас, ребята, дайте-ка я быстренько смотрю. Я вижу Дивгонга, но я не вижу того, кто мне нужен. Лунатон у нас есть. Пуливра, ага, или... Нет. Да ну нафиг, не говорите, что у нас нету сала. Да как у нас нету сала, если 100% он должен быть? Ребята, я не знаю, честно. Если он у нас где-то есть, то, пожалуйста, напишите, потому что я, ну, не могу найти. Может, он у нас где-то есть, вот так, как он выглядит, куда мы поставили. Вот сюда, да, вот, Солео. Но я не могу найти, ребята, честно. Дайте я еще быстренько пробегусь глазами, не то что глазами, просто-напросто посмотрю хотя бы по форме, как выглядит, но мне кажется, что у нас действительно его нету. Хотя в Покедексе у нас не показывался, что нету Солео. Не знаю, ребята, честное слово, не знаю. По сути, он где-то должен быть на начале, так, в первом, во втором боксе, но я его не вижу. Валрейн. А Валрейн это случайно не вторая эволюция Солео? Мне кажется, что так. Точнее, третья. Это, наверное, да, это третья эволюция, ребята. Да нафиг, ладно, тогда возвращаем и будем сейчас его прокачивать. Армалду мы выкладываем. Прокачали. Сиджилифа мы выкладываем и вместо него берем Снизла. Белсома мы выкладываем и вместо него берем... Глебафа. И еще плюс одного покемона, которого нужно взять. Это, допустим, у нас будет... Ну, давайте Омонайта возьмем.
или... Ну, давайте у Манайта, пофиг. Плюс к тому нам шапочка еще нужна. Вот она. На игле бафа. Вот сюда. Замечательно. Фу, с Алео 5 уровней осталось. Ага, Омонайту. Замечательно, ребята, замечательно. Так, ну что, пока у нас еще есть время, давайте пойдемте поспим. Хотя потом лучше к Райквазис бегать. Машина. Фоссил, вот она. Вот она. Фоссил машина. Нам нужно 2 фоссил машины, ребята. Чтобы сделать 2 фоссил машины, нам нужно... Ага, 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 2 обсидиана, ага, ага, ага. 2 обсидиана, 3 вид... Ну, обсидиана, я не знаю, если у нас, если он у нас есть. У нас есть 2, но нам нужно потом будет намного больше. Ладно, это берем. Ух ты. Это тоже возьмем. А, что там еще нужно? Стекло нужно, стекло у нас не так уж и много, наверное, нужно его будет взять. Как можно больше. И 3 ведра. И 3 ведра. И что еще там? И песок давайте возьмем. Вот так. Нормально. Песок там пережарится. Отлично, отлично, отлично. Так. Песок. Вот сюда. Так. Это давайте тогда тоже сделаем несколько, чтобы наперед было. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Дальше. Три ведра. Три ведра, три ведра, три ведра водичечки. Быстренько мы сюда пойдем. Ну, я не знаю, вот это можно нафиг выкинуть. Сейчас, давайте еще что-то выкинем. Хрен его знает что. Не выкинем, а давайте лучше поставим вот сюда. Так. Уже утро, нужно было к Райквази пойти. Ну да ладно, ребята. Так, делаем. Ух. Это давайте сюда быстренько сделаем. Вот так. Ведро, ведро. Ну сюда. Сейчас ведро, ведро, ведро. Вот так. И еще точно так же, да, нужно. То есть еще одну такую же хрень. Так. Ну зато хотя бы у нас уже машинка для Мьюту будет. И в принципе уже намного проще, мне кажется, будет. То есть уже не будет висеть, да, что мол. Ага, еще вот это нужно сделать. Это мы забираем. Это сюда, сюда, сюда. Вот так. Ну, давай, в принципе, еще раз, да, нужно. Вот так. Сейчас. Это мы берем. Это вот сейчас. Давайте уже тогда. Сюда, сюда. Сюда, сюда, сюда. Вот так. И давайте быстренько, ребята, мы сделаем вот это. Не думайте, что это долго будет. Смотрите, у нас вот это... алмазный меч, и, в принципе, он уже даже зачаренный, поэтому это быстренько будет. А я даже не знаю, сколько там нам нужно. 6 нужно на одну часть, 12 на другую. Нет, 12 это на 2 одинаковые части. Потом 12, 24, 22 штуки, если я правильно считаю. Нам нужно 22 штуки, ребята. Ну, я не думаю, что это долго будет. В принципе, я, наверное, еще просто-напросто на паузу нажму и это сам сделаю. Но я просто вот это додолблю и посмотрим, сколько у нас не хватает. Нам еще за обсидианом нужно будет идти, ребята. Потому что обсидиана у нас не хватает. Так, сколько? 10 штук. Там вроде 1, 2, 3, 16. Ну, как я сказал, 22, но давайте я быстренько это сделаю. Так, вот у нас эта фигня готова. Давайте быстренько сделаем, как она там делается. Вроде сюда, вроде сюда, вроде сюда, вроде сюда. Две штуки, да? Сюда, сюда. Угу. А вот тут вроде сейчас вверху, да? Ага. Один и вот так. Замечательно. И делаем машиночку нашу. Две сюда, две сюда, две сюда и две сюда. Две машины. Замечательно. Сейчас. Ага. Два, ух ты. Два золота, два изумруда, еще 6 этих и 6 обсидиана. Ага. Сейчас. Два золота, два изумруда. Ух. Хорошо, что изумруд у нас есть. Два золота, два изумруда. Дальше. И плюс к тому... Сейчас, ребята. Ага, ага, ага. Да, замечательно. И вот плюс к тому нам еще вот эта хрень нужна. Ага. 6 обсидиана. Нам нужно 12 обсидиана, ребята. Если я правильно посчитал.
6, да, 12 обсидиана. А он у нас... А он у нас. Давайте, в принципе, полетим туда, где он находится. Мы можем просто-напросто сейчас... Это сюда. И полетим, ребяточки. Мы летим туда, потому что это все нужно сделать как можно быстрее, чтобы в следующий... Да хотя как в следующий? Мы, наверное, уже даже в это сделаем. Хотя давайте уже в следующей серии. В этом мы просто подготовим, да? А в следующей серии мы уже, наверное, вот это все сделаем. Ну, в смысле, клон-машину, да? Вот так. И давайте быстренько это будем собирать. Я думаю, это будет быстро. А да, в принципе, смотрите, какая у нас кирка, поэтому большого труда, мне кажется, это не составит. 12 штук, да, нам нужно. У нас уже около 4-5 есть. Главное, чтобы в лаву не упало. Потому что еще нужно будет больше собирать. Так, сколько у нас? 9. Ну, практически, то есть кирка у нас зачарена, это не составляет труда и, в принципе, не составляет даже... Не занимает, точнее, много времени, да, чтобы это все... 13 даже. Нам нужно 12, вот так. Поехали, ребята, в какую сторону? В эту, да? Фух. Ну и все. И все, ребята. И будет у нас уже, наверное, Мьюту. А со следующей серии мы уже будем начинать делать компьютеры для того, чтобы заспавнить себе Пурегона. Это тоже важно. Так, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Твою мать, я неправильно сделал. А хотя нет, зачем нам две штуки? Что я делаю? Это сюда. Вот так. Это сюда. Дальше. Так, так. Ага, нам еще 6 штук нужно. Нам еще, ребята, 6 штук нужно. Это давайте выложим. 6 штучек, 6 штучек. Где они? Вот так. Это недолго. Сейчас быстренько сделаем. И, наверное, на этом уже, ребята, будем заканчивать. Фух. Ну, как вы видите, потихоньку наш сезон уже подходит к концу. Скоро уже, ребята, его конец. И когда выйдет следующий сезон, зависит, как всегда, только от вас. Я предоставляю этот выбор вам, когда у нас набирается необходимое количество лайков, сразу же выходит новый сезон, ребята. Так, это сюда быстренько. Две машины, где они? Вот, ага. Это сюда. Это сюда. Все. Все, ребята. Осталось только их соединить, и у нас будут, точнее, будет готовая целая машина, ребята. Так. Ну, чтобы ведро просто пустое не было. Точнее, чтобы их вот сюда вместе поставить. Замечательно. Ну и компьютеры остались. Ну, компьютер — это долгая история, ребята. Ну, наверное, мы потом пособираем. Хотя, знаете что, мы, наверное, целый стак, наверное, сделаем. Хотя стака не получится, наверное, полстака. И постараемся заспавнить Пурегона. Также яйцо у нас почему-то пока что еще не трескается. Нам еще нужно 2 яйца сделать. В следующей серии мы прокачаем Солео, Снизела, Пизела. Ну ладно, не Пизела, и Глебафа, Оманайта. Прокачаем и уже будем выкладывать, ребята. С Райквазой я, наверное, сделаю так, как вы мне сказали, просто-напросто в конце сезона возьму и заспавню ее, потому что вы сами видите, ребята, что Райкваза не спавнится, и плюс к тому, да, она даже в предыдущей версии была такая баганая, что... Ух, наверное, ребята, мы так и сделаем так, как вы мне сказали, потому что я не хочу... Да и думаю, вы не хотите продолжать и затягивать этот сезон еще там на несколько серий, только потому что не спавнится Райкваза, и будем сидеть и просто-напросто в одном месте ждать, пока когда же нафиг Райкваза, да, соспавнится? Мне кажется, никто этого не хочет, поэтому, ребята, на этом мы уже заканчиваем. Вступайте в нашу банду крутых перцев, все, что от вас требуется, это просто подписаться на меня, я буду очень рад каждой вашей подписке, каждому новому подписчику и каждому новому члену банды нашей крутой, да? Ставьте лайки.
Буду очень рад за лайки. Чем больше лайков, тем быстрее выходит новая серия. Не думайте, что я клянчу лайки. Вы сами, ребята, знаете, я уже вам объяснял. Лайки за лайки я не получаю ни копейки. Просто лайки выводят меня в топ и дают мне отдельную мотивацию для того, чтобы делать новые видео. Оставляйте свои комментарии. Буду рад прочитать любой ваш комментарий, если он, конечно, адекватный. Я рад каждому новому комментарию, который оставляет мой подписчик. И буду стараться отвечать на каждый ваш комментарий. Но читаю я, ребята, действительно каждый. Поэтому не волнуйтесь. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.